Приветствую вас, друзья! На своем канале я часто рассказываю про различные проекты децентрализованного финансирования, в которых вы, естественно, можете зарабатывать на фарминге, стейкинге, обеспечении ликвидности, NFT токенах и так далее. Но сегодня будет не только обзор интересного DeFi проекта, но и розыгрыш $60 среди 5 человек, которые просто напишут интересный комментарий под этим видео. А результаты я объявлю через 3 дня. Ну что, погнали! Я понимаю, что для многих людей DeFi является довольно сложным видом заработка, поэтому сегодня я хотел бы рассказать вам о довольно необычном DeFi проекте, который, в отличие от многих других, позволит вам начать получать пассивный доход буквально за один клик. Данный проект называется Clever. Его внутренний ERC-20 токен имеет тикер CLVA. Именно за счет данного токена и осуществляется пассивный заработок в проекте Clever. Выглядит это следующим образом. Вам нужно только заполучить одним из способов токены CLVA и хранить их на своем кошельке. И собственно все. Суть проекта Clever действительно очень простая. Все владельцы CLVA распределяют между собой постоянный пассивный доход, который генерируется из чеканки новых токенов CLVA. При этом процентная ставка тут является сложной и динамической. Пересчет процентной ставки в Clever происходит каждые 2 недели и может достигать 11% за двухнедельный период. При этом прибыль выплачивается пользователям ежедневно. Увеличить же свой доход можно еще за счет того, что проценты учитывают выплаченные ранее вам токены. Например, если изначально у вас было 100 токенов CLVA и за первую неделю вы получили доход в 10%, то есть у вас стало 110 токенов, то далее вы будете получать уже процент на эти 110 токенов. Разумеется, если вы не будете продавать токены, чтобы зафиксировать прибыль. Хотя никаких ограничений для этого нет. Проект Clever является максимально открытым и свободным, и пользователи могут свободно перемещать и продавать свои токены CLVA без каких-либо проблем. Думаю, с таким маркетингом проекта Clever ни у кого не возникнет проблем с заработком на нем. Осталось только разобраться с тем, как же вы можете получать себе токены CLVA, которые будут вам генерировать прибыль. Для этого имеется два варианта. Первый – это успеть попасть в 30-дневный период чеканки начальных токенов. Данный период начнется 1 февраля 2021 года, то есть примерно через 50 дней, и продлится в течение 30 дней, вплоть до 2 марта 2021. В течение данного периода любой пользователь сможет отправить криптовалюту Ethereum на специальный смарт-контракт чеканки. И после этого сразу же получит обратно на свой кошелек токены CLVA. Никакой процедуры верификации или даже регистрации для этого проходить не нужно, ведь проект Clever является полностью децентрализованным. Собственно, поэтому у него нет и никакого ICO, краудсейла и так далее. Просто потому, что создатели проекта Clever не владеют токенами. Они не напечатали себе заранее несколько миллионов токенов, как делают это другие проекты, а значит команда разработчиков и не сможет манипулировать рынком и обваливать цену своих токенов массовыми продажами. Получается, что проект Clever является децентрализованным не только потому, что работает на умных контрактах сети Ethereum, но даже его экономика является децентрализованной, и всеми токенами владеют только его пользователи. И собственно второй вариант получения токенов CLVA. Это просто купить их на вторичном рынке. Согласно информации с официального сайта, листинг на различных криптовалютных биржах должен начаться сразу после окончания периода начальной чеканки токенов, то есть после 2 марта. Однако, если спрос на проект Clever будет достаточно велик, то и на биржах цена токенов CLVA может быть достаточно высокой. Поэтому, если вы хотите присоединиться к данному проекту, то, возможно, более выгодным решением будет рискнуть и принять участие в начальной чеканке токенов, которая начнется, как я уже и сказал, 1 февраля 2021 года. Кстати, для того, чтобы не пропустить начало данной фазы, вы можете подписаться на новостную почтовую рассылку прямо на сайте Clever.
ссылку на который вы сможете найти в описании под данным видео. Также в описании к видео я оставлю и ссылки на социальные сети, в которых вы сможете узнать дополнительную информацию о проекте и получить ответы на все имеющиеся у вас вопросы. А также не забывайте оставлять комментарии под этим видео. И на этом у меня, друзья, все. Удачи вам, профита. Пока-пока.